свободном у нас был невероятный интерес. У нас было 2000 человек. И люди писали такие прямо отзывы трогательные, стихи нашим девушкам-экскурсоводам посвящали, и книжки им со стихами дарили, и тортики им приносили, здоровались с ними на улицах, они у нас были звездами вообще, их показывали по телевизору, их знал весь город. В Белогорске было немножко как бы прохладнее, было всего 1200 человек у нас посетителей. Но тоже к нам приходили даже воспитательницы детских садиков и говорили: мы сами никогда не видели настоящие картины. Давайте мы хотя бы детям покажем, что они на самом деле такие огромные, это же здорово. Это, в принципе, как бы советский реализм, да, но это ранний такой романтический реализм, когда вся страна жила таким единым порывом, общество было очень сплочено. И художники еще искали новые формы, да, и социалистический реализм как движение еще не оформился. Было много разных группировок, был Ахр, был и Лев, были и остовцы, как бы самые разные течения. И этот период как бы незаслуженно забыт, хотя он был очень интересный, художники были все разные, еще не были они все причесаны под единую гребенку, не было вождизма. А был невероятный такой энтузиазм, вера, и все хотели придумать нового человека, создать образ нового общества. И очень было много интересных как бы поисков, искренних таких как бы трогательных и простых как бы сюжетов, которые понятны сейчас.